Всем привет, я Юля, а это такая милая Honda VT750 2008 года. Нежный розовый цвет однозначно будет привлекать внимание в потоке. Надежный четырехтактный V-образный двигатель объемом 745 кубических сантиметров, прямоточный выхлоп Cobra, пятиступенчатая коробка передач, карданный привод, тормозная система Nissin, спецованные передние и задние колеса. Классическая приборная панель. Пробег мотоцикла составляет 14 345 миль. Комфортное двусоставное сиденье со спинкой для второго номера. Honda VT750 в эксклюзивном окрасе и правда уникальный круизер. Она может стать вашей со средним ежемесячным платежом около 300 рублей. Мотоцикл уже доступен к тест-драйву. По всем вопросам пишите нам личные сообщения.